Совете Федерации проголосовали за закон, который расширяет возможности следствия ряд следственных действий. Теперь можно будет проводить дистанционно, понимаете, дистанционно, опрашивать свидетелей, проводить очные ставки и тому подобное. Мне вот теперь интересно, как они будут дистанционно нормально опрашивать свидетелей, как они будут проводить эти очные ставки. Понимаете, что даже Мизулина Елена отметила, что образуются такие дыры в процессуальных нормах, которые просто пролезет все, что угодно. Просто понимаешь, до какой степени шизофрения происходит. Они все говорят, что закон дерьмо, понимаете, и все равно его принимают. Как это вообще? Может, у них законы по принципу коронабесии? Поставил диагноз, денежку получил, а там не важно, работает или нет. Озвученные дополнения о дистанционных следственных действиях в отрыве от основной статьи звучат очень кусочно. А депутатам ГД, кроме Рашкина, вообще пофигу, как следак или дознаватель, все оформит на протоколе. Уважаемые граждане, если вы против фашизма, если вы потеряли доверие к этой власти, не остаемся в стороне, проявляем активность и ставим как можно больше лайков. Распространяйте эту правду, это должна увидеть и услышать вся Россия. Закон, он не просто плохой, а утопический. Много невиновных пострадают именно от такого закона. Принцип понятен. Среди сотни невиновных один будет точно виновен. Законы лепятся не для совершенствования законодательства, а ради того, чтобы просто лепить. И я больше чем уверен, что состав Думы некомпетентный. Им пора устроить экзамен. Пусть докажут, что они обладают достаточными знаниями для принятия подобных решений. Сказано принять, значит примут. Уже нет ни у кого своего мнения. Они ведь люди подневольные. Что уже даже такие люди, как Мизулина, начинают говорить о том, что ну что же вы творите? Давайте хоть немножко попроще. Ну а теперь внимание. Все это заседание вы можете прекрасно услышать сами. Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые коллеги, федеральным законом вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Законом предоставляется право проводить допрос потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу, очную ставку и опознание посредством видеоконференции. В большинстве случаев удаленность участников процесса от органа предварительного следствия является основанием для продления сроков расследования уголовного дела. Закон направлен на соблюдение принципа уголовно-процессуального законодательства о разумном сроке уголовного судопроизводства и особенно актуален, учитывая текущую ситуацию с пандемией. Предлагаю одобрить данный федеральный закон. Валерий Андреевич, вопросов к вам нет, но есть выступление. Пожалуйста, Елена Борисовна Мизулина. Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые сенаторы, я буду голосовать против этого закона, хотя вчера на комитете, высказываясь по нему, я воздержалась при голосовании. Но внимательно ознакомившись, я хотела бы обратить ваше внимание на следующее. Да, должен соблюдаться принцип разумности в уголовном процессе, но не за счет нарушения процессуальных прав граждан, прав и свобод человека и гражданина. Я обращаю ваше внимание, что вот это проведение таких следственных действий, как допрос, причем не только подозреваемого или обвиняемого, а в том числе того лица, статус которого еще не определен. То есть только после этого допроса он может стать либо свидетелем, либо подозреваемым, либо обвиняемым. Очная ставка – то же самое. Пока еще участвует то лицо, у которого процессуального статуса нет. И опознание. Вот каждый из них оформляется протоколом этого следственного действия. Протокол становится источником доказательств. Потом с этим источником доказательств очень трудно спорить. Его можно признать недействительным только тогда, когда оно получено с нарушением закона. Что же предлагает этот закон с этим самым удаленным доступом? Потому что это речь идет об удаленном доступе. Например, следователь по месту производства расследования в Москве ведет расследование уголовного дела, дает поручение дознавателю либо следователю в Санкт-Петербурге провести допрос лица, опознание лица
либо очную ставку. Посмотрите, какие дыры в этом порядке, которые фактически все затуманивают. Во-первых, предлагается дознавателю-следователю организовать такого рода следственное действие. Что такое организовать? В УПК все только порядок, только в том порядке, который предусмотрен УПК. Термин «самоорганизация» предполагает «делай все, что хочешь». К тому же в статье записано «по месту нахождения». Что такое место нахождения? В УПК место производства предварительного расследования, место проведения судебного заседания. Это что, в месте жительства можно провести? Значит, к вам в место жительства ваше придут, могут и ночью, если есть неотложные обстоятельства, и будут проводить допрос, очную ставку или опознание. Это допускается, исходя из этой нормы. Ни понятых, требований обязательности понятых нет здесь, в вашем жилище. Ни адвокатом вы не сможете воспользоваться. Это раз темное. Дальше. Как принимает следователь-дознаватель решение в случае необходимости? Так она всегда, эта необходимость есть, если следователь-дознаватель решает осуществить такое следственное действие. То есть основания непонятны. Соответственно, порядок, который применяется во всех других случаях, когда могут провести где-то вне места производства, то есть вне здания, Елена Борисовна, завершайте, время выступления истекло, пожалуйста. Хорошо. Значит, соответственно, обращаю внимание, что если бы в этих особенностях было предусмотрено обязательное участие понятых, если в жилище или вне места нахождения следователя-дознавателя проходит это действие. Да, кстати, протокол оглашается. Вы сходу можете, вот когда мы здесь даже 5 минут докладываем, сходу понять, о чем идем речь. Протокол будет оглашаться. Завершаем выступление. Да. То есть здесь фактически я насчитала 6 моментов неопределенных, которые ставят под сомнение всю процедуру. Но если она будет применяться в этом виде, оспорить никакой самый профессиональный адвокат ее не сможет. Это грубейшее будет нарушение прав лиц, которые будут задействованы в такого рода следственных действий. А это кажет любой добросовестный человек. Спасибо. Спасибо, Елена Борисовна. Валерий Иванович, есть комментарии? Я потом попрошу прокомментировать тоже Андрея Александровича Клишеса результат обсуждения на комитете. Пожалуйста, Валерий Андреевич. Ну, это мнение Елены Борисовны, она, в принципе, и на комитете высказывала, поэтому, я думаю, ничего нового тут нет. Вправе свое мнение она высказать. Mm-hmm. По законе все оговорено и по видеосвязи. Дело в том, что не в каждом регионе есть видеосвязь, не в каждом регионе, поэтому следователь вправе проводить такие действия или дознаватель. Поэтому тут мнение частное, поэтому ничего особенного. Спасибо, Валерий Андреевич. Прежде чем Андрей Александрович выступит, появился вопрос от Светланы Петровны Горячего. Пожалуйста, Светлана Петровна, и адресуйте вопрос. Да, спасибо большое, Валерий Андреевич, у меня вопрос. То, что говорила Елена Борисовна, это действительно очень такие серьезные вещи. Но вы скажите, пожалуйста, вы направляли этот проект закона в Верховный суд, в прокуратуру, не в следственные органы, а в прокуратуру, как надзорный орган? Если да, то какой ответ вы оттуда получили? Спасибо. Конечно, мы направляли, все согласовано со всеми вышеназванными органами. И прокуратуру тоже направляли, да. Спасибо, Валерий Андреевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Выступление для Андрея Александровича Клишеса, пожалуйста. Уважаемые коллеги, да, мы действительно вчера обсуждали. Вопросы, которые Елена Борисовна ставит, они есть, эти вопросы, да, но они есть по многим моментам, которые касаются введения вот этой дистанционной формы работы в суде и допросов в суде в том числе. Поэтому, Андрей Владимирович, все процедурные моменты в законе урегулировать не удастся в любом случае, да. Давайте мы поддержим это, потому что у нас все, кроме Елены Борисовны, члены комитета, это поддержали этот закон. Мы подробно обсуждали на стадии подготовки, много было вопросов с главным государственным правовым управлением. Если вы посмотрите, не так быстро он проходил, этот закон, да, и вопросов было достаточно. Поэтому давайте установим мониторинг, и мы у нас в комитете попросим, в частности, Елену Борисовну предложения, которые, на ее взгляд, закрывают те или иные пробелы при применении видеоконференц-связи для совершения следственных действий, мы также совместно с ней попробуем разработать и предложить. Спасибо, Андрей Александрович. Коллеги, кто с учетом комментария Андрея Александровича за то, чтобы одобрить представленный федеральный закон и поставить на мониторинг исполнения федерального закона, тогда прошу приступить к голосованию. Документ номер 646. Идет голосование. Решение принято.